Не очень понятно.
И еще раз. Карта всех зданий. Лучше начать сначала. Вид довольно хрупкий.
не работает. Вид довольно хрупкий.
Я уже начала волноваться. Ты нашел то, что искал? Да, я нашел то, что искал. И что же это такое? Часть доспеха древнего воина. И что же в ней такого особенного? Доспехи где угодно найти можно. Я надеюсь, она поможет мне в битве с Титаном. С каким Титаном? О чем ты? Он находится в вулкане. Послушай, сейчас не дай. Мне нужно пойти и поговорить с друидом Элбиком. С тем психом? Хотя, если уж ты о Титанах заговорил, может, он здесь и не единственный псих. А кто на этом острове не сумасшедший? Думаю, мы с тобой тут единственные, кто еще не полностью спятил. Хотя я сама не до конца в этом уверена. Мы с тобой? А есть ли на этом острове еще кто-то, кому ты можешь доверять? А раз ты сюда один прибыл, значит, и до этого никто особо доверия у тебя не вызывал. Я ни от чего не бежал. Не поэтому я сел на тот корабль. Не знаю, чего я искал, но уж точно ни от чего не убегал. Похоже, у нас много общего. Что же мне делать с Титаном? Если его освободить, может произойти все, что угодно. С другой стороны, если Инквизитору удастся хоть как-то с его помощью остановить бурю... Такое решение на этом острове больше никто не в силах принять. Что бы ты ни решил, твое решение будет правильным. Что, рыбка покинула свой безопасный пруд, а? Брокер. А ты кого ждал? Короля Карлов? Я знал, что ты появишься рано или поздно. И теперь рядом нет Эстебана, чтобы защитить тебя. Теперь ты мой. Так давай покончим с этим. Настало время платить по счетам, рыбка. Сруби!
Карта всех зданий. И еще раз. Получилось. Вид довольно хрупкий. Не очень понятно.
Вид довольно хрупкий. И еще раз. Вид довольно хрупкий.
Сработало.